Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хотел бы более подробно вам рассказать о приказе, который был выпущен Министерством образования накануне. Речь идет о повышении предельной стоимости оплаты за детский сад. Это ежегодная мера, главная задача которой – ограничить возможность повышения стоимости оплаты выше установленного порога. Сумма для каждого муниципалитета определялась индивидуально. При этом это только верхний порог. Следовательно, в зависимости от конкретного учреждения стоимость может быть и ниже. Напомню, что родители также могут получить компенсацию за услуги дошкольных учреждений на первого ребенка 20%, на второго 50%. Эта мера направлена на то, чтобы поддержать все семьи с детьми. Ранее также по инициативе губернатора и при поддержке депутатов Саратовской областной думы в регионе было принято решение полностью освободить от оплаты за детские сады многодетные семьи. Хотел бы подчеркнуть, что повышение предельной стоимости никак не связано с этим решением. Средства на компенсацию многодетным уже предусмотрены в проекте бюджета на 2024 год и никоим образом не взимаются с других родителей. Уважаемые родители, если у вас возникают вопросы, сложности, связанные с работой детских садов, вы всегда можете обратиться ко мне в социальных сетях. Сделаю все, чтобы вам помочь.